Долгожданная встреча на Киевском вокзале. 12 часов дня. Сегодня я, Виктория, встречаю наших гостей и незаменимых помощников. Как видите, символ лохматой души тоже на месте. Группа поддержки в полном составе. Маша, как обычно, укладчик номер один. Вся в багажнике. Машка компактная у нас. Вот наши первые гости. Уже стояли, ждали. Притом мы приехали раньше 12. Да. У нас сегодня еще мероприятие, поэтому мы... А, у вас много мероприятий? Да, да. Ну что ж, удачи. Нет, вам ваше... Спасибо большое. Удачи вам ваше мероприятие. Все, что вы задумали. 12 часов дня, уже пол машины. Это все вместе чистой подстилочки. Очень хорошо. Спасибо большое за помощь. Это традиционно, это все в меню. Ясно. А вот это ровно. А вы складываете, мы сейчас это рассортируем. Конечно. Что у вас вообще? Было. Смотри, я давай, там правильно упаковалась. Сейчас будем перепаковывать все. Ну как же, я же стараюсь знаю. Быть укладчиком номер два. Да, укладчик номер два. Ты только после Машки, да. Ну Машка укладчик номер один. Машка номер один, однозначно. Здравствуйте. Здравствуйте, скидывайте все подряд, мы будем сейчас рассортировывать все. Спасибо большое. Слушайте, начало... Что-то мы не успели приехать, уже полная машина. Девчонки хоть и укладывали нормально. Это Танюха. Это Машка. Наши незаменимые помощники. У нас уже команда целая. Боже, 10 минут первого, уже полная машина. Что делать? И вот наш новый друг. Как опознавательный знак. Символы лохматой души. Ой, люди идут, идут. Да. Уже некуда складывать? Посмотрите, какого нам подарили. Обезьяна это какого. И мешок. У него мешочек специальный для пожертвований. Собирать для приюта. Только покажу это морду обезьяны. О, вот симпатяга такая. Надо ей имя какое-то дать. Чита. Чита. Хорошо, пусть будет Чита. Чита будет собирать деньги. Видите, какой у нее мешочек шикарный? Вот, поехали. Накопили в мешочек денег для приюта, для собачек. Новые гости. О-о. Что же делать? Куда будем грузить? Не надо, нет, не надо. Так. Идет туда вниз. А вон дырочку можно. Все утрамбуем, не волнуйтесь. Вот выбор стоит теперь перед нами. Медведь поедет на переднем сиденье или Татьяна? Будете бросать жребий? Ёлки-палки, еще 2 часа нам. Нельзя там позвонить какой-нибудь Вике, чтобы она подъехала? Да, да. Что это она, сочку? Где наша палочка-выручалочка Вика? Да, Вали нету. Валентина Анатольевна кошечек выхаживает. Так мы вообще из Москвы. Чита, давай свой кошелек сюда. Вот денежек тебе туда. Ну, какой спасибо. Хороший у нее там кошелек. Да, здравствуйте, большой. Здравствуйте, дамы. Можно, да, поставить? Да, пока еще можно. Мы сейчас распределим все. Надеюсь. Мы гордимся тем, что мы помогаем приюту.
Давайте, складывайте свои вещи, мы их сейчас... Вот у нас теперь есть девочки, укладчик номер два, да? Татьяна. Татьяна. Лампа. Спасибо вам большое за помощь. Счета опять пределим. Да. Спасибо. Что здесь? Вот здесь лекарство, да? Угу. Здесь... Спасибо. Комбинзончик тут. Чита опять работает. Для сена собачка, чтоб тепло было. Спасибо большое. Спасибо. Что-то туда мне. Корм, вкусняшки. Ой, да. Вот игрушки. Спасибо вам большое за помощь. Немножко. Доставьте, куда придется. Спасибо. Уже. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Потребляем такие слова. Нужные полезные вещи. Постельное белье. Почти, да. Там... Лекарства. Да, лекарства. Лекарства. Отлично. Вот, лекарства вот. Всегда нужны в приют. А я вам постоянно... Не успеваем мы не их приобретать. Там, там, вот это вот я все... Это очень отлично. Хорошо, увязочный. Ой, сейчас упадет. Вот, пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, здоровьте. Так, привет. Вот я мягкое могу. Себе. Кому? Хвостатиком и Валентине. Спасибо, передадим обязательно. Кто-то переоделся и пошел в новых, а нам оставил свои ботинки. Это замечательные ботинки. Крепкие, полноценные ботинки. Спасибо, что с маленькой сумкой. Да, да, да. А то уже грузить некуда. Вот сумочка, в ней пеленки, корм, антибиотик, вот этот Юнидокс. Отлично. Ага, и три корма сейчас еще будет. Вот. Подержите сейчас, я вот еще. Спасибо большое. Как вас зовут? Яна. Очень приятно молодежь видеть в наших рядах. Спасибо большое. Вот увидел, стоите, принимаете какое-то участие. Тоже захотел принять участие в благотворительности. Почему бы и нет, для животных. Будете приезжать каждое воскресенье? Буду приезжать каждое воскресенье, да, привозить. Ну, последнее воскресенье месяца. Каждое, да? Последнее, да? Каждое последнее воскресенье месяца. Да, потому что и вот благотворительность небольшую хочу. Подождите, у нас есть. Обезьяну тащить. Чита, где ты? Чита должна быть всегда на старте. Вот. Спасибо вам большое. Да, приезжайте, да, мы всегда рады. Приезжайте. Обязательно. Хорошая. До свидания. Вот и подошла наша встреча на Киевском вокзале к концу. Спасибо большое всем, кто принял участие, тем, кто принес помощь приюту для бездомных животных. В приюте 2000 животных. Пожалуйста, помогайте. Мы тут перекладываем всякое, корм собираем для кошек отнести в кошатник. Вы посмотрите, как эта красотка за нами наблюдает. Спокойненькая такая, маленькая, хорошая. Здравствуйте, подарок от Любаш. Привезла в приют. Кто это, бензопила называется, да? Ну и вот, очень сильных железных вещей, посуда и постели. Еще есть лекарства. Ребята нам подарили песок. Целую машину песка. Проходи, проходи вперед, давай. Ага. Давай, давай, давай. Пусть, пусть, пусть. Пусть, сыпь. Сыпь, сыпь. Почаще бы приезжали к нам с такими подарками, друзья. 20 тонн песка подарили. 20 тонн, ребята, здорово. Нам бы еще такую машиночку гравия и такую же машиночку цемента. И мы были бы счастливы, мы бы сделали, забетонировали вольеры. Дорогие друзья, наши каналы, основной канал «Лохматая душа» Валентины Сивич и канал «Жизнь лохматой души» – это каналы помощи бездомных животных.
Я хочу обратиться к тем, кто зашел на них первый раз. Пожалуйста, смотрите наши ролики, оставляйте комментарии и делайте свой выбор. Готовы ли вы помогать бездомным животным?